Итак, продолжение прогулки по Сочи. Ну, я сделаю это один большой-большой ролик, наверное. Я не знаю еще, короче, как сделаю. Короче, это... Мы идем по набережной обратно в сторону центра, в сторону центральной площади. 7 января. Музыка. Вражеская музыка мешает мне, как всегда, снимать. Я остановился на том, что хотел сказать, что сегодня 7 января 2021 года. Чуть было опять, не сказал, 20-го. И мы гуляем по набережной в городе Сочи. Вот, смотрите сами. Сейчас уже с лучами солнца, видно хорошо. Погодка отличная, куртку снял, уже жарко. Даже без куртки. Кто-то ходит вообще на футболках, видите, девушки. Кто-то так мило улыбается и смотрит в камеру так искоса. А кто-то бегает по набережной. Народа, блин, я не знаю, что мне говорить. У меня в голове сейчас одна мысль, сколько что всех много. И что же было первого, второго, там третьего, то что было, я тут сейчас седьмого. Как бы вот так. Рыжий Куршавель. Сочи, рыжий Куршавель. Да мы сегодня снимали уже рыжего. Сочи. Без Куршавеля. Я, наверное, все-таки помолчу, потому что я уже не знаю, что говорить. А вы просто любуйте, слушайте. Пока аккумулятор не разрядит нас. Кофе, море, любовь, кофе. Вкусные сувениры, сувенир Сочи. Сочи сияет. Чучхела там всякая. Сладости. Орешки, чаи. Достаточно знакомая, в принципе, продукция вся. Одежда. Без масок заходить нельзя. Блин, тут вот идут, такое ощущение, что ветра да как бы и нету. А ближе к морю все-таки посильнее гораздо. Гораздо посильнее. Где Дед Мороз? Точно сидит Дед Мороз. Вот так вот, жарко ему, наверное. Центральный район города Сочи. Обычно я показываю Лазаревское, но вот в данном случае центральный. И вот дедушка. Современный такой. Самый прикол, потому что он там голые ноги были. Из-под кровата торчали. Слушай, тут, походу, ветра нет уже, не пойму. Тут вот, пойдем посмотрим, нас полетаем. Мы покидаем набережную, ребят. Пойдем посмотрим. Если не будет тут ветра, то авось взлетим. Всем пока. Наверное, уже закончу этот ролик. До новых встреч.